песня «Охота на человека». Эта песня специально написана для фильма, который, сценарий которого был написан лет 10 назад. Вот. Но пока нет возможности воплотить это кино, хотя сценарий очень интересный. Вот. А песня вот получилась такая к этому фильму. Нам обыденность надоедает, мы меняем работу и быт. Кто-то что-то на что-то меняет, и без дела никто не сидит. Жил на свете с косою саженью скромный парень, никто и не знал, что работал живую мишенью. Запрещенные игры играл. Это было в лесу, где болото. До чего ж докатился наш век? Бизнесмены пришли на охоту, а в прицеле у них человек. Он метался то в рощах, то в чащах. Пуля дура, а он как дурак. Все охотников злил настоящих, и за врага ныряя во враг. Те как хищники рыщут по парку, а он рядом, на нем нет лица. Кто-то крикнул: сюда бы овчарку, и нашли бы его подлеца. Но инструктор напомнил пехоте, перейдя на умеренный бег. Все по-честному здесь, на охоте. Пса не будет, мишень человек. Вот он справа раздался истошный и по-детски восторженный крик. Зря считал он себя осторожным, неизбежен трагический миг. Словно в фильме в замедленной съемке вмиг поднялись четыре ствола. Он застыл у обрыва на кромке, и какие тут к черту слова. Он молился, ругая работу. Поздно, кончится здесь его век. Бизнесмены закончат охоту, все в прицеле у них человек. У охотников лица угрюмы, пальцы четко лежат на крючке. Неужели он раньше не думал, что вся жизнь его на волоске? Вдруг свисток, время вышло, не нужно. И инструктор отдернул стволы. Он спасен, и охотники дружно сели с ним за большие столы. Ели мясо и пили там что-то, а потом распрощались навек. Ну а завтра другим на охоту, где мишенью у них человек. Ну а завтра другим на охоту, где в прицеле у них человек.